главное предложение сегодняшнего дня – это инновационный продукт, который признан во всем мире, имеет 455 патентов, мировое признание – это Остеофарм, российская инновация, которая полностью решает проблемы опорно-двигательного аппарата, восстанавливает костную ткань в любом возрасте, не имеет аналогов. Это абсолютный прорыв в медицине, это инновация, за которую компания Парафарм стала известна во всем мире. И сегодня у нас снижена цена, такой не было никогда. И эксперт от бренда, который не только директор компании Парафарм, но еще и директор медицинского центра «Секреты долголетия» Елистратов Дмитрий Геннадьевич представит лучшие продукты. Да, здравствуйте еще раз. Так вот, хотел рассказать об остеомеде. Вот, пожалуйста, внимательно слушайте, если есть такая возможность, рассказывайте всем своим знакомым об этом уникальном открытии нашего профессора Велора Ивановича Струкова, который 60 лет исследовал костную ткань. Так вот, его открытие в чем заключается? Он обнаружил, что костная ткань подвергается кариесу точно так же, как зубы. В ней образуются так называемые полостные образования. Я хотел бы показать их на экране, если есть такая возможность, да? Сейчас подойду. Вот. Вот это, во-первых, полостные образования видят кто? Видят травматологи. Вот они, полостные образования в костной ткани. Это места, где потеряна структура костной ткани. Вот уже вот, ну, махровый такой остеопороз, вот такие полостные образования. Это видят все травматологи. И по этим полостным образованиям вот так вот идут переломы. Вот. И профессор Струков установил, что вот эти полостные образования, они со временем являются причиной развития артроза, наростов на костной ткани. Ведь парадокс в том, что женщине говорят, у тебя кальция не хватает, а она видит свои суставы, где идут вот эти наросты. И эти же полостные образования являются причиной артритов, то есть в них скапливаются, ну, продукты жизнедеятельности, по сути своей начинает процесс гниения костной ткани. Так вот, сейчас вот лечат артриты от одного заболевания до другого. То есть это говорят, что организм сам себя непонятным образом атакует свои костные клетки. Так вот, Струков, профессор, разобрался и понял, что как раз вот причиной являются вот места скопления жизнедеятельности продуктов распада организма. Так вот, как это выглядит? Вот у детей эти бывают полостные образования, вот она здесь вот полость. У женщин трудоспособного возраста вот полостное образование. У женщин этот, уже возрастных, вот они, две даже дырочки в костной ткани. Вот. И эти дырочки, я говорю, они идут. Причина в том, что по ним идут переломы, вот так вот идут переломы. Вот, они ослабляют костную ткань. Они же являются причиной развития артритов, артрозов, пародонтита и пародонтоза. Вот. Вот как выглядит это полостное образование под микроскопом. Видите, то здесь, ну, по сути, своя пустота, да, здесь нет ничего. Вот, это вот это под микроскопом. И люди приходили к профессору Струкову всегда с такими вопросами. Как же так, говорит Велор Иванович, мы 3 года ели кальций с витамином D3, да. Заработали камни в почках, заработали мастопатию, кальцификацию сосудов, обезвоживание мозга, а перелом все равно произошел. То есть, почему у нас это происходит? И не было этих ответов. И вот профессор Струков видел на аппарате денситометрии, ДТХ стоит, вот снимки с экрана, показано, что вот у них есть полостное образование, вот эти минеральные соли, которые они накушали с помощью препаратов кальция, витамином D3. Вот. А перелом все равно вот так вот проходит. И вот в 2009 году профессор Струков сделал вот это феноменальное открытие. Он изобрел вот препараты группы Остеомед, которые что помогли? То есть они помогли закрывать вот эти полостные образования, костная ткань стала восстанавливаться. То есть интуитивно все мы знаем, что костная ткань способна к регенерации, потому что после перелома она восстанавливается. Так вот, он нашел вещество, которое подталкивает организм к восстановлению костной ткани. Давайте расскажем, для кого этот препарат подходит. Я напомню, что это только натуральный, абсолютно из растительных компонентов продукт. Для кого нужен, да, этот препарат? Ну, во-первых, всем людям, которые, ну, в возрасте, то есть старше 60 лет, особенно женщинам, потому что женщины подвержены костным заболеваниям, ну, физиологически подвержены костным заболеваниям. Наиболее страшно это перелом шейки бедра, когда, ну, 30% людей умирает в течение года, 50% становятся инвалидами, ну, оставшиеся, тоже, ну, претерпевают большие мучения.
Так вот, препарат остеомед нужен для тех, кто использует антибиотики. Антибиотики убивают костные ткани. Сейчас идут антибиотики цефалоспоринного ряда, которые все бьют по костной ткани, там вот образуются вот эти дырки по типу кариеса. Да, многие, кстати, принимают. Все, кто принимает препараты гормоны. от давления, вот типа энолаприла препарат, конкор и так далее, которые тоже убивают костную ткань. Угу. Нестероидные противовоспалительные средства, все, кто связан с разжижением крови, все, кто связан с снижением сахара, эти все препараты бьют по костной ткани и убивают ее. Поэтому как мы принимаем остеомед? Для профилактики мы принимаем 2 таблетки на ночь, это лучший способ. Вот. Под язык рассасывать этот. А это уже, ну, как бы сказать, когда есть большие проблемы, то используем 2 таблетки утром, 2 таблетки вечером. Таблетки вкусные, сладкие, то есть, ну, в принципе, аллергии не вызывает, потому что входящего вещества не аллергичны. То есть есть специальные исследования на этот образ. Вот. Поэтому говорю, вот посмотрите, то есть костную ткань можно восстановить, мы должны с вами двигаться. Как только мы ложимся, на нас накапливается много, нападают многие заболевания, и поэтому мы должны быть до конца активны. Вот для этих целей нужно иметь крепкие кости. Это натуральный продукт, безопасный? Да, он есть сделан, противопоказания? Да, нет. Ну, индивидуальная непереносимость, она везде это пишется. Угу. Вот. Но, как вам сказать, ну, таких вот противопоказаний мы не встречали. Я знаю, что у вас очень много было тестирований, апробаций. Прошло 10 тысяч пациентов. Угу. Представляете, какой? И самое важное, то есть это профессор Струков взял самые сложных пациентов. Средний возраст тестирования был 72,5 года. Вау, с ума сойти. Как? Одну минутку. Вы представьте себе, это абсолютная инновация. Это главное предложение дня. Вы получите сразу 2 упаковки на 2 месяца приема, и это восстановление даже тяжелых повреждений ваших суставов. Цена сегодня снижена впервые всего за 1299 рублей. При заказе на 3990 рублей вы получаете еще подарок от бренда. Это специальное средство для улучшения пищеварения, Мизифит. Это подарок. Набирайте наш номер телефона. В России каждая третья женщина и каждый пятый мужчина в возрасте за 50 уже страдают проблемами. Займитесь своим здоровьем, заказывайте остеомед Форте.